Мороз сегодня знатный, минус 15. Хотя для 11 марта это, конечно, сильно. На реке Битюхья, рядом с поселком Нижний Кисляй, ловлю вот на этом усынке. Но что-то пока мало радует меня эта ловля. Не клюет совершенно. Мужичка спросил, который вот проходил рядом, говорит, перед Новым годом только нормально поймал. И все, последние 2 месяца, говорит, вообще очень плохо. Вон он сидит. Говорит, пол реки прошел, ничего не клюет. Ну, в общем, удручающе пока все. Ну, будем надеяться. Сейчас поиском рыбы займусь. На поплавки пока вообще мертво. Как мне сказал, лучше клевало на опарыша. У меня и опарыш и мотыль есть, но посмотрим, в общем, что получится из этого. Пока тишина вообще полная. Мороз и солнце, день чудесный. В общем, так. Пробурил я лунок, наверное, 8. Хорошо меня порадовал лед, как всегда. Я даже не знаю, он метровый просто. От рыбаков, которые там сидели, от 6 человек осталось, я так понимаю, только 2. И вообще никаких просто подвижек нет, я не понимаю. И все говорят, что просто мертво. Почему она не клюет? В общем, надо брать пилу, выпиливать, короче, большой кусок льда и ловить тут на паука. Потому что клевать она не хочет вообще совершенно. Даже и ни одного шевеления. Пойду я, наверное, вот в то место, попробую. Может быть, там хоть окушок какой-нибудь мелкий половится. Удручает меня такое положение. Поэтому надо, наверное, туда, вот на широкое место прийти, попробовать. Ну, пока, в общем, как всегда. На поплавок 0, на мормушку 0. Красиво здесь, это да. А вот клевать, ну это, наверное, не про меня. Не для меня зимняя рыбалка. Хотя, в принципе, трудно угадать вообще. Вот на Песковатском озере мне в этом году понравилось. Хоть мелочь, но клюет постоянно. Отбоя нет. А вот у нас в Воронеже и здесь вот на Битюге пока разочаровывает, конечно. Ну, не это главное. Вот за час стояния поплавка, ну, никто даже не подошел. Даже не дернули ни разу. Да, не клюет, все разъезжаются только. 20 лунок и один мелкий окунь. Вот нам сейчас мужичок сказал. Так, плохо, в общем. Не клюет. Значит, еще рано. Может быть, оттепель сильнее будет. Может, тогда заклюет. Но сейчас вообще никаких. Никакого эффекта.